Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и сегодня мы с вами вновь продолжим челлендж на статистику. У нас будет последний день и последние ставки именно сегодня. В этом видео мы с вами разберем матч Кубка Англии, где встречаются между собой Челси и Ливерпуль. Максимально интересное противостояние, и мы с вами постараемся дать максимально точную ставку на данный матч. Но перед тем, как мы с вами приступим к делу, хочу сразу, ребята, всех предупредить, то, что ставки на статистику в сегодняшнем матче мы будем использовать условно угловые, есть не во всех букмекерских конторах. И если вы хотите ставить на все те исходы, которые вам по душе, то я вам рекомендую зарегистрироваться в букмекерской конторе MLBet, которая предоставляет самую широкую линию в СНГ. Ссылка на нее будет в закрепленном комментарии, ну а по промокоду, который сейчас вы увидите на экране, можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению. Как я уже сказал, сегодня будем рассматривать с вами такой показатель, как угловые, и в данном противостоянии начнем мы с вами с среднего показателя в 10 матчах. И тут мы с вами можем заметить то, что у Челси здесь есть небольшое преимущество. То есть они в среднем показывают чуть более высокий показатель. Но если мы с вами взглянем на показатели в 20 матчах, то есть на более длительной дистанции, то здесь уже Ливерпуль показывает более высокую цифру. 8 угловых в среднем они подают, тем временем как у Челси этот показатель 6,9. То есть мы с вами видим то, что на более длительной дистанции Ливерпуль себя показывает лучше, а это значит, что Ливерпуль более стабилен. Но самое интересное мы с вами можем увидеть как раз таки в показателях очных встреч, ведь тут разница просто колоссальная. У Ливерпуля в среднем 8,2 угловых, тем временем как у Челси данный показатель всего лишь 2,4. Ливерпуль — это в целом та команда, которая в практически любом матче играет первым номером, соответственно, больше владеет мячом, больше атакует, при этом у них отличные, шикарные фланги, которые по сути делают всю игру Ливерпуля в атаке, поэтому у них, как правило, действительно большое количество угловых. Я думаю, что в матче с Челси мы не увидим чего-то невероятного, а увидим такую же стабильную игру от Ливера, где они подадут больше угловых. Поэтому моей ставкой в этом матче будет победа Ливерпуля по угловым. А если вы, друзья, хотите получать больше ставок от меня лично, то моя вам рекомендация — присоединиться в мой телеграм-канал. Там я ежедневно делюсь бесплатными прогнозами. Ссылочка будет в описании. Ну а вы же напишите в комментариях, как вы думаете, как завершится данный матч, кто в нем выиграет, ну или дайте просто свой прогноз, будет интересно узнать, что вы думаете об этом матче, и также не забывайте писать о том, какой следующий челлендж мне провести. Ну и конечно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал, с вами был Артур Романов, всем удачи, всем пока!